Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Ламберт Суавиус, гравер, художник и архитектор эпохи Фламандского Возрождения, ученик и зять Ламберта Ломбарда. Родился около 1510 года во Франкфурте. Данные я брал из интернета, каких-то изданий. Данных очень мало, но все то, что есть. Член семьи художников-скульпторов, ювелиров, родом из Маастрихта, обосновавшийся в Льеже еще в первой четверти 15 века, где его первоначальная фамилия была латинизирована как Зутман или Зитман. Ламберт Суавиус был в основном гравером, хотя также писал стихи. Помимо того, что стало известно о его деятельности как художника и архитектора, в 1561 году он участвовал в открытом конкурсе на строительство ратуши Антверпена, который выиграл Корнелис Флорис. Вполне вероятно, он путешествовал по Италии до 1639 года, женился в Льеже. И известно, что купил дом и инструменты для гравюры, с помощью которых он смог открыть свою собственную мастерскую, но даты этой поездки в Италию неизвестны. Некоторые из приписываемых им гравюр изображали руины и сооружения, напоминающие римскую архитектуру. Между 1554 и 1561 годами он путешествовал в Антверпен, где изобразил кардинала Антонио Перена де Гранвелла и некоторых членов семьи Шец. В начале 1560-х годов и, по-видимому, по религиозным соображениям, он переехал во Франкфурт, где, должно быть, умер в 1567 году. Каталог его гравюр, составленных в 1878 году Ренье, состоит из 121 экземпляра по его собственному рисунку или рисунку Ломбарда, 27 из которых датированы и подписаны его именем или монограммой ЛС. Все они относятся к периоду 1544-1561 годов. Работа «Воскресение Лазаря» была с похвалой упомянута Джорджо Вазари вместе с серией, посвященной Христу и апостолам, на 14 гравюрах. Умер в Льеже в 1567 году. Ну вот так, информации практически никакой, но вот то, что есть о гравюре, художнике и архитекторе эпохи Фламандского Возрождения Ламберт Суавиус. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.